Все ради любви. А что такое любовь? Этот вечный вопрос не дает спокойствия людям сотни лет. Человек встречается с этим чувством постоянно. Любовь, она подобна жизни. Она дается раз и навсегда. Это стихия, которая может абсолютно все и побеждает все. Мы встречаем настоящих, добрых людей на жизненном пути. Это наши друзья. Мы стараемся внести добро в каждое мгновение. Когда я предложил ей провести свадьбу в Крыму, она была просто счастлива. Я же не могу помешать ее счастью. Само предложение свадьбы в Крыму было именно Ване, за что я безумно ему благодарна. Это просто моя мечта. Я даже об этом не думала, когда вот, собственно, все случилось. Он не просто с добрым сердцем и небесными глазами. Он непревзойденный романтик. Его поступки окрыляют. Я была очень удивлена, когда увидела в Ване такое же, что и во мне. Он очень милый, уютный, нежный. Это вот то, что в нас обоих есть, да, чем мы сошлись. Она, когда будет проходить мимо вас, будет светиться аурой добра. Она очень жизнерадостная, очень откровенная и очень красивая. Это я в ней ценю больше всего. Чем мы похожи, что мне безумно нравится, это вот мы оба любим нежности, такой семейный уют, не знаю, вот именно уют внутри. Да, это, наверное, то, что я не хочу, чтобы точно-точно изменилось. Волею данной мне случаем, вашими родными и близкими, под этими крымскими небесами, свидетелями Черным морем и скалами, объявляем вас мужем и женой. Ванечка, я очень надеюсь, что наша семейная жизнь будет такой же яркой и запоминающейся, с кучей-кучей впечатлений, как сегодняшний день. Это огромный подарок судьбы, то, что мне досталась такая девушка, и я бы хотел, чтобы она всегда была счастлива со мной. Чтобы я мог подарить ей это счастье.